Стать лучшим в России в своей профессии. Сегодня в Чебоксарах открылась Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности техника и технологии строительства. 53 участника приехали в столицу Чувашии, чтобы проверить свои знания. То, что строительством и проектированием зданий занимаются исключительно мужчины – миф. Среди участников Всероссийской олимпиады почти половина – девушки. Анна Симакова, победительница регионального этапа олимпиады, рассказывает, что готовилась больше месяца. Но дома и стены помогают. Мне хотелось бы показать себя как профессионала. И в последующем мне бы помогло это с трудоустройством. Каждый показывает то, насколько он готов показать себя как профессионал, как специалист. А строительство – это та область, которая не терпит халтуры, так скажем. И здесь, как нигде, можно заявить, что я – это я. Ребята из других городов приехали в Чебоксары накануне. У них было время и познакомиться друг с другом, и погулять по городу. Но все же главное – это олимпиада. После прогулки мы с девочками уже втроем сидели, штрудировали все там друг у друга. Сейчас даже в автобусе кто мог, проверяемся, перечитываем. Страшно, конечно, но волноваться, пытаемся не волноваться, чтобы сделать максимально правильно все. Сегодня у участников олимпиады в основном теоретические задания. Пройти тестирование, перевести профессиональный текст. Завтра ребята проведут геодезическую съемку, нарисуют проект и рассчитают объем работ. Олимпиада проводится, чтобы в нашей стране выявить одаренных детей, чтобы их поощрить, чтобы найти, кто же является выдающим. При этом у нас участвуют и работодатели, которые могут его взять на работу. Олимпиада не только шанс проверить свои знания, но и возможность понять востребованность своей профессии. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.